Хочу кушать. Есть. Только аккуратно спускаемся. Сеня, аккуратно спускайся. Все, Мишка спускается. Ай, как страшно. Еще. Нам страшнее, наверное, чем ему. Все, я слез, я спешу, я очень спешу. Едой, ну быстрее, вот, я знаю, да, вкусно же пахло, так вкусно. Да, со сметкой. Вот. Согласен, что ли? Да, было здесь дело. Вот. А у них у всех такие воротнички белые? Нет, только до буквально до 6-7 месяцев, и потом они должны становиться нормальными медведями. Вот здесь, к сожалению, вот... Он застрял. Да. На периоде развития. Да, еда вкусная. Лучше такими маленькими делать. Годовалый медведь. Я вчера видео пересматривал наши старые. Угу. Нашел там годовалого медведя. Да? По грудь человеку. Вот именно. Вы дату не выставили, между прочим. Там тоже есть с ней видеорепортажи. Я что-то ностальгия на историю смотрю, с 11 года. Я Чоку-Хоку подписала уже, что это Чоку и Хока. Может быть, это было... Ой, смех-то разлетелась. Это как... Вообще можно было бы историю сделать. Потому что она ее ест, а не ест. А чего? Ну, может, ей вкус бы не понравилось. С малиной. Там нет, я вашу взяла. Да. Обычно, да. Она с молоком детским, ну, это сметка, сметка насыпана, сверху еще детское молочко. Mm. Это не только замаскировано. Да, как же. Конечно, если откажется. Здесь так вкусно. Яблочное пюре добавлено, и морковочка, ну все, и маслица. Ну все есть. Орехов сегодня не буду добавлять. Реально, отеки он спавший уже получше. Так она и двигается, на балкон залезает.